Школьники Заречного и Пензы сделали шаг в будущее. Учащиеся с 8 по 11 класс приняли участие в первом туре Олимпиады по математике Московского государственного технического университета имени Баумана. Проверить свои знания в испытаниях, которые подготовили специалисты ведущего вуза страны, могли все желающие старшеклассники. Олимпиада уже второй год подряд проводится на базе Зареченского лицея номер 230. Принимают все школы, учащиеся всех школ города. У нас есть приглашенные из города Пенза, 44-я гимназия, своих представителей привезли. И она, нельзя сказать, что она лицейская. Это олимпиада, которая входит в перечень олимпиад школьников. И 11-классникам при поступлении в вузы, если они получают диплом призера или победителя, это дает 100 баллов по тому предмету, в который они участвовали. В Бауманской олимпиаде по математике было 6 заданий. На их решение школьникам давалось 4 часа. Но большинство ребят справилось с ними гораздо раньше. Задания интересные. Ну, их, правда, мало, 6 заданий. Ну, по сложности достаточно серьезные. Они скорее интересные, да. То есть они заставляют тебя их порешать и после олимпиады. И как-то прийти разобрать с учителями. Есть какие-то сложности, конечно, сложности всегда есть. Но, мне кажется, сложности и двигают вперед. По результатам первого тура Бауманской олимпиады по математике самые умные школьники получат приглашение на участие в следующем этапе. Он пройдет весной 2017 года в лицее номер 230. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».